До конца следующего года собственными бассейнами будут обеспечены почти все крупные самарские вузы. Сейчас идет строительство в экономическом университете на очереди Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. Участие региона в партийном проекте «Единой России» 500 бассейнов обсудили губернатор Самарской области Николай Меркушкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн на рабочей встрече. Еще одной важной темой стала проблема обманутых дольщиков. Регион пока остается лидером в округе по их числу, хотя наметилась и положительная динамика. Проблемных Объектов становится меньше. За год их удалось сократить почти на две трети. До конца следующего года планируют обеспечить жильем почти семь тысяч дольщиков.